Вопреки ожиданиям, первый электромобиль марки Lexus оказался вовсе не самостоятельной моделью. Машину на электротяге японцы построили из кроссовера UX, серьезно доработав и усилив исходную платформу. Так литиево-ионная батарея упрятана под полом кузова, а блоки управления и инверторы расположены под капотом. Там же находится единственный электромотор, который вращает колеса передней оси. Динамические характеристики Lexus пока не раскрыл. Интересно, что новинка снаружи ничем не отличается от своих бензиновых и гибридных собратьев. В салоне электрическую сущность модели выдают селектор трансмиссии и другие приборы. В Европе и Китае первый электро-Lexus станет доступен для заказа в 2020 году. Удивительно, но в истории марки Lexus еще не бывало традиционных кабриолетов. Однако теперь эта страница перевернута. В гамме появилась модель LC Convertible со складным матерчатым верхом. Чтобы сделать из купе LC кабриолет, инженерам пришлось серьезно усилить кузов и поработать над настройками подвески. Кроме того, за задними сиденьями появился пластиковый щиток для защиты от ветра, а в спинках передних кресел — система подачи теплого воздуха. Сам матерчатый верх может быть черного или бежевого цвета. Складывается он за 15 секунд на скорости до 50 км в час. Пока представлена единственная версия с 5-литровым атмосферным V8 и 10-ступенчатым автоматом. В продаже кабриолеты появятся через несколько месяцев.